решили, собрались и едем. То есть, знаете, дома нету продуктов, едем на рынок. Дети голодают, хотим ли поехать в Совок продукты купить. Это наша причина. Но на день пойдем немножко отдохнем, отвлечемся. И вас с нами обязательно заберем, чтобы не обиделись. Дети очень рады, ждут, пока мы уедем. У них планы, вот все в своих комнатах сидят. Как мы уедем, все соберутся сюда и будут свои планы выполнять. Не знаю, что будет твориться, но на английском канале как-нибудь увижу. Значит так, на дорогу берем орехи, сухофрукты. Почему смеешься, что на дорогу беру орех? Для тебя беру. Ну, чтобы что-нибудь покушал по дороге. Все равно смеется, улыбается. Что-то это значит, что я что-то не так сказала. Наверное, но уже поздно сказала. Это берем, чтобы по дороге нас снимать, когда развлекаемся. Окей, это берем. Окей, с детьми попрощаюсь. Осторожно, пальчики. Что нам надо еще? Сумку в машину положи. Все сделала. Герой. Окей, чарджер взял. А в машине есть один, хватит. Свои взял, все взял, сумку взял. Окей, guys, good night, think. Bye. 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 Ох, so sweet. Окей. Little nothing. Все, поехали. Дура пак, Тарас. Хаджох. Воду сказали, не надо поливать за нами. Уже полито, уже залито. Все, арм кофе берешь? О, мне надо, спаси. Мне надо воду взять с бутылкой или в бутылке. Арам, мои все маски на месте. Маски — это мои шарфы. Окей, обратно возвращаться. Ну, не обратно возвращаюсь. Окей, воду возьму, а то без воды я не могу. Засохну. Okay, guys, good night. Thanks, sir. Don't make him stop. Bonuses. Okay. Okay, guys, ушат есть, дура пак. Yep, bye. Bye, guys. Вот теперь все взяли. И едем. Кофе заберем и в путь. Телефон. А, телефон тоже взяла. Без телефона жизни почти нет. Есть пол жизни. Арам, кофе заказываешь? Настроение какое? Волшебное или боевое? Лучше волшебное, правильно. Наше почетное место открыто. Кто идет в Фатбургер в эти дни? Как будто стресса мало. Им еще Фатбургер кушать, еще в депрессию попасть. Жара ужасная. 95 градусов Фаренгейт, где-то 39-38 градусов тепла Цельсиус. Но в тех краях немножко погода лучше. Не так уж парит. А я спрашивала, кто идет в Фатбургер. Мало того, они идут и детей с собой берут, бедные.
это наш друг. Хай! Там ребенок был в коляске. Странные люди какие-то проходили. Не верю, что это его ребенок. Странный такой немолодой человек, очень странно выглядел и коляску водил с ребенком, может быть. Посмотрим. Давай пойдем последим, спасем ребенка. Не думаю, у такого может быть ребенок просто. Очень вид был немножко такой недоверчивый. Недоверчивый? Ну, ужасный вид был у него. Ну, не ребенок, окей, хорошо. Не ребенок. Папушка, да, был. Да. Иногда, когда ты сам родитель, да, обращаешь внимание, если кто-то с коляской и выглядит очень нездорово, начинаешь беспокоиться за ребенка в коляске, но хорошо, что там будет просто мешок. Что-то. Мешок был. Окей. Можем спокойно ехать. Окей, надеюсь, трафика не будет. Быстро, надежно доедем. Уже 3 часа. Маркет закрывается. В 6. Поедем. Доедем. Не доедем вовремя. Грустить не будем. Пойдем в ресторан. Что-нибудь покушаем. Правильно? Ну, не хочу кофе. Извиняюсь, конечно. Я на здоровом образе жизни. Не верьте. Верьте, но я люблю наслаждаться чуточку, в меру. Так что, ну, кофе это сейчас не наслаждение для меня. Какой тихий ты, Арам, сегодня. Как будто обычно так шумит, грохочет, громочит. Он всегда такой. Иногда не такой. Yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Porque ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer. Cuando nos despedimos todo parecía estar bien. Porque frente a la gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. ¿Y lo nuestro en qué quedó? Iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Cómo son las cosas, tú querías otra cosa. Y yo lo que quiero es vacilar contigo. Y tú no quieres que te vean conmigo. Y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. Si te vas o te quedas o te vienes, habla claro que tú quieres. Ahora dime qué es lo que yo te voy. Пути уже проехали. Пора орешками наслаждаться. Прям эти самые парашютисты. Смотрите, я так волнуюсь за них. Вдруг на фривей сядут неуклюжие.
Пип-пип. Окей, спасибо, дорогой. Если ты не водишь, дай людям водить. Дорогой водитель. Спасибо. Спасибо за дорогу. Уф, прошли. Целый час мучились за этим водителем. Не водит машину, а мы вот стараемся. Хотели даже спуститься ему помочь, немножко потолкать. Эта дорога очень красивая. Как Армения выглядит. Всегда, когда здесь снимаем, дорогу снимаем, всегда мои армянские подписчики про Армению вспоминают. Сейчас опять на дорогу. И доехали. Через 2-3 минуты будем уже на месте преступления. Немноголюдно, а, Арам? Сейчас сами посмотрите. Рынок. А вот и человек с букетом. Пока крутимся, парковку не находим. А мы думали, немноголюдно. Многомашинно. И очень много больных людей, я думаю. Все в масках. Там надписи есть. Надписи в прошлый раз тоже были. Такие не были, такие большие. Такие большие? У меня зрение все равно очень плохое. Мандатори. Потом будут вакцины мандатори. Вакцины нету, не можете в магазине из базара что-то купить. Ах. А мы думали, человечество с годами развивается, умнеет. Оказывается, совсем наоборот. Пока вот так тихо порхаем. А там вдалеке можем остановиться, может. И дошли. Задохнулся. Чуть ли не. Вот, воду выпей. Успокойся, не нервничай. Все будет хорошо. Волнуемся. Держимся дальше, чем можно. Но иногда хочется и с людьми пообщаться. Окей. Ни пуха, ни пера. Маски к черту. О, это персиковое дерево, Арян. Как хорошо растет в таком горшке. Уф, жара какая. Я думала, здесь погода будет хорошая. Арян, пойдем посмотрим. Парень с нектаринами, если где-то найдет. Пойдем оттуда в машину. Окей. Мне масса.
может, сразу лягу. Нет, в жизни. У нас уже опыт есть. Сегодня решили начать с первого пункта. Чего купить не хочу, потому что остаемся в гостинице, холодильника нету. Цветы хочешь? Нет, не хочу. Нектарины хочу, фрукты хочу взять. I still have some left, but since I'm here, okay. I may get something. Okay. Oh, I'll get some olives. Some sun-dried. Sun-dried olives. Yes. I love this. Yeah, those are good. Okay. Yes. Right off the farm. Okay, I love your olive oil. Oh, this is the best. I got the big bottle last time, so I still have some. By far the best olive oil that you can get in this area. Yeah. I know. Yes. Thank you. Yeah. And those are plain green right there, but here's your... Okay, yeah, I'll get that one. Okay. For now, yeah. Yeah. That's and, it. And these are $6. Oh, I'll get two. Two of them? Okay. Mm-hmm. Yeah. Thank you. Okay. So that is big time for me. And so, yeah. Yeah, I like to go on. I do. You're great. You guys are great. Thank you. Thank you very much. No problem. Okay. Thank you. Мне яблоки надо взять. Этот человек, оказывается, смотрит наш канал. Говорит, да, я видел. Он сингл, не женат. Сам себе варю, сам чищу, говорит. Все у меня чисто, вкусно все готовлю. Говорю, вот ты молодец, тебе пора уже замуж. Но жениться. Так что ищем невесту, бабушку для него. Но старый человек, не молодой, дедушка. Так что ищем бабушку для нашего дедушки. Хорошо варит, хорошо парит, чистит. Все органик, говорит, у меня все ингредиенты, когда что-то готовлю. Только органические. Так что, бабушки, ждем. Бабушки, невестки. Где наш парень? Окей, парня нашли, нектаринов тех нету. Мы думаем сливы взять. Hi guys, how you doing? Hi, good, how are you? Well, thank you, what can I do for you today? We got one for those nectarines. You don't have any more of those. Oh, I'm sorry, my season's over, the donut nectarines. Yeah, it's only a 2-week season, it's very short. Okay. I may get entire thing of this. How much is it for a bag? For a box. A box like that? You know, that's actually all I have left on these today. A box like this, let's see, I could do a good price. Yeah, I'll give you a good price on this. So my restaurant price for a full box is $50. So for something like this, here, we could do $30 for this here. Yes. I'm gonna try it. Okay. Yeah, please try that grape. You like those? It's delicious. Sure. How much is it? So these are the same price, they're $3 a pound. But if you want to get some of these are actually all the ones I have left. I'll give you a good price on those. Okay, give us a good price, we're taking entire box. The entire box? Alright, here guys, let's see. So for this, let's see, $15 for you this, okay? Get some? No? Alright. And the nectarines, the price for nectarines? $3 a pound as well, yes. Okay, the box. Do that whole box there? Yes. Alright guys. We're doing this Armenian shopping. Just we always buy with boxes. Yeah, that's a good way to shop. Well, I have 5 kids. They'll eat it like in a few days. Oh yes, true. Let's see guys. So I got you at 45 so far.
I'll do 40 for this box here, okay? So that puts you at 85 total. Okay, good. So we're getting this. And I think that's it. Can you save it for us? We'll pay, sure pay you I'll and set it aside, okay? You come by when you're ready. Значит, взяли три ящика фруктов. Нектарины за $40. Ящик, не знаем сколько паундов. Сливы взяли. Это сливы или... Да, сливы, по-моему. За сколько? $30. И $15 красный... Виноград. Виноград очень сладкий, хороший виноград, ароматный такой. Вино сделаю. В следующем году будем пить наше вино. Арамтян, проходим. Еще огурцы хочу взять. Арам, давай. Сам, по-моему, да? Exit Oasis. Enjoy your meal. Enjoy it. Open and eat your meal. Okay, let's come back after. Yeah, enjoy your meal. We'll be back. Человек ланч кушал, нас увидел сразу, еду поставил сюда и это самое. И лицо закрыл маску. Говорю, ешьте вы свой ужин или завтрак. Наслаждайтесь на здоровье. Арам, авокадо. И здесь очень хороший авокадо. Такой кремистый. Авокадо наш. Hi. I love these avocados. I got it last time. Yes. I don't need the basket, I'll just get the avocados, okay? I'll get two baskets. Okay. А, здесь можем еще вино взять. И чтобы туда-сюда не ходить из-за вина. Будем наслаждаться. Мне еще огурцы надо купить. Арам, там вижу watermelon. Арбуз, дорогие друзья. Я сама забываю слово. Удивляюсь, как будто вы забыли. Это я так нарочно делаю. Эти сливы плохие были, честно говоря. Желтые нехорошие были. Берем желтые, но зеленые яблоки, органик. Дети любят. I know they last forever. I had an apple tree, but the squirrel got them like in a day. I woke up, he got all the good parts of the. They did. For what? For getting samples. LA market, they shut it down. Come on, this is like bullshit. Говорит, два маркета закрыли, потому что людям давали samples. Человек хотел виноград попробовать, он не дал. Okay, and one. You want this one? I got. You know, I want two of them. I don't know. Okay. Yes. I'll give you two for $10, okay? Okay. Thank you. These two. Okay. Okay. Thank you. It'll be $26 right there. 26. I'll pay and then I get it. Okay. Yeah. Арбузы $5 за арбуз. В этот раз мы умные. Покупаем, оставляем вещи. Потом, если не забудем, их заберем. Человек хочет грейп попробовать. Виноград. Говорит, не могу. Я говорю, зачем не можешь? Кто смотрит? Говорит, здесь от health department кто-то есть. Инспектор смотрит. Я говорю, я смотрю, инспектора нет, дай ему попробовать этот виноград, чтоб купил. Не дал. Но, говорит, остальные дают. Тут парень нам дал попробовать.
яблоки были просто хорошие. Я уважаю людей, которые уважают людей. Человек тяжелыми сумками пришел, стоит, говорит, могу виноград попробовать? И говорит, нет, не могу, нельзя. Где наш друг? So we have apple, or we have apple left. Do you want to get two more? Эти белые огурцы очень вкусные были. Ждем нашего друга. This one is very well. Yeah, yeah, yeah. Yeah, definitely. It may have like the seeds ready to plant. Did you want to get a pie? Берем все огурцы, идем домой. Yeah, can you grab $16 for them? $16? Yeah. All right. Oh, whatever they, whatever size pie they. Okay. Oh, okay. So. So let's see. So 30-50. Just give me 30. Okay. Взяли все огурцы. И сейчас пойдем к машине. Оставим огурцы в машине и будем это самое крутиться и забирать наши товары. И пойдем где-нибудь в углу станем и будем продавать. По дороге станем и будем продавать сливы, сливы, подойдите, подойдите. Что-то в этом роде. Для начала забираем наши фрукты. У него уже все распродалось. Мы ему хорошую рекламу сделали, все ящиками покупали. Люди подумали, так и надо делать. Видите, кто-то маску одевает, и тот маску одевает. Ящиком покупаешь, у него все, видите? Больше ничего нету. She's Armenian. Oh, you are? Yeah, oh. So it's so nice to see some of my grandma's cooking. Nice to see you too. Thank you so much for watching. And learn more about that, especially if you're vegan. Oh, yeah. Здесь уже второй раз вижу из подписчиц, да, английского канала. Армянка была, не похожа на армянку, такая светлая. Окей. Оригинальные армяне были светлого, волосы были красносветлые, глаза голуба, зеленоватые, так говорят. Настоящая армянка была. Окей. Okay. Yes. Значит, эта девушка говорит, я по вашим видео увидела этого, что вы здесь шапитесь, пришла покупать оливковое масло у того человека. Вот какой маленький мир. Говорит, я ему сказала, что вас я увидела у Херине на Ютубе, на канале. И пришла, чтобы у вас оливковое масло покупать у нашего жениха, дедушки. Какой маленький. Один день придем, когда какая-то бабушка уже будет замужем за этого дедушки. Да? Ну да, может быть. Так обрадовалась почему-то. По видео увидела, пришла покупать у него оливковое масло. Сегодня этот дедушка, как сказать, джентльмен, окей, говорит, ну как шоу идет, у вас все хорошо, я знаю, что вот, как будто уже все знает. Я говорю, откуда он знает? Он говорил так, как будто уже смотрел, видел. Очень, говорит, очень нравится ваш кукинг, что вы готовите. Говорю, откуда знает этот человек, что я готовлю? А оказывается, как говорила моя бабушка, вот так вот. Сейчас забираем фрукты. А что еще купили? Арбуз и еще фрукты. Помидоры надо было купить. Мы с друзьями встречаемся вечером. С ними тоже немножко посидим туда-сюда. И вино надо взять.
очень занятыми сегодня, извините. Four boxes, okay? Все загрузили. А, но другие вещи совсем далеко. Надо круг сделать такой. Оказывается, во всем городе, там даже не во всем городе, но в основном это в парке здесь, обязательно носить маски. На свежем воздухе, в такую жару, в такой ветер. Доехали до яблок и до арбузов. И кажется, все. Не хочу уже спускаться. На следующей неделе приду. В среду. Хороший шопинг сделаю. Овощной. Как-нибудь без помидор обойдемся. У меня есть завтра хлеб испекла. Ну, на сегодняшний вечер, чтобы с друзьями покушать. Давай пойдем покупим. Ну, уже не хочу спускаться. Нет, it's okay. О, вино даже не купили. Даже вино, давай пойдем. Надо вино взять. Он прав. Мужчина всегда прав. Угу. И в ресторан надо пойти какой-нибудь. Петрос ресторан. Петрос ресторан рассказывала? Наверное, как я могла не рассказать? Не ходите в ресторан. Самый, ну, в этот Петрос? Как называется? У Петроса. Не знаю, греческий ресторан. Что пробовали в течение нескольких лет? Ничего вкусного у них нету. Можете поверить, чай был вкусный. С мятой. А, хороший чай. Спасение. Окей, пойдем покупать вино. Wine tasting? Ну, не хочу wine tasting. Там тоже wine tasting. Сейчас решим. И вам тоже скажем, что решили. Решили взять помидоры, вино и потом в ресторан. Вино это берем, чтобы вечером просто наслаждаться. Здесь помидоры такие красивые. Окей. How much are watermelons? Get some tomato. Are all the same price? Yeah, they're all $4 pound. $4 a pound. Yeah. Oops, sorry. Молодой парень, смотрю на товары, говорит, мы не можем вам ничего продать. Говорю, а я не собираюсь у вас ничего покупать. Молодой человек, идите в интернет, покопайтесь, поймите, что творится в мире. И оденьте эту маску на другое место. А друг то его этот самый маску одел, как будто одел, но у него там борода такая, у него весь рот открыт, просто чуточку нос покрывает. А мне-то что? Это я сливу попробовала. Очень сладкий, такой сочный, очень вкусный. Надо было два ящика покупать. Но у него только один ящик был таких слив. Окей, Арамджан, двигаемся в какой-то ресторан. Не знаем в какой. Посмотрим по дороге. Угу. Ой, спасибо, платье поправляет. Джентльмен настоящий. Ох, жар.
И чтобы вас не продолжать мучить, какой ресторан будем выбирать, куда идем, что делаем, с этим влогом пока закончим. Но вы никуда не уходите. Будьте здоровы, берегите себя, оставайтесь на позитивной, на хорошей, на высокой ноте. Увидимся. Да, Рамджан? Обязательно. Да. Все, и подписывайтесь. О, этот ресторан поменяли название. Петрус. О, Петрус поменяли, назвали Peasant's Feast. То есть пир сельчан, сельский пир. Okay. А, может, поедем в сельский пир? Не верю. Еще хуже. Здесь, когда рестораны меняются, я забыла, что попрощалась, но это не важно, это за кадром. Если ресторан менеджмент меняется, один и тот же ресторан остается, название меняют. Но я не хочу сюда. У меня очень плохой эксперимент с этим рестораном, так что будем крутиться и искать хороший ресторан. И увидимся за ужином. Берегите аппетит. Берегите аппетит, Анч. Ну, что-нибудь сделайте с аппетитом. Ждите. Увидимся.